Прошло уже 24 года с того дня, когда был развален Советский Союз. Страной теперь правят медведи из «Единой России». Но выгодно ли нам их правление? Что хорошего было в Советском Союзе? Что отняла у людей «Единая Россия»? Медицина в СССР была абсолютно бесплатной и доступной для всех. На 10 тысяч населения приходилось минимум 100 врачей. Профессия врача еще и была одной из самых высокооплачиваемых. Сегодня врачи в государственных клиниках получают копейки. А гражданину России сейчас выгодно не умереть, чем заболеть. В СССР была мощнейшая в мире наука. Примерно половина ученых и инженеров мира трудились у нас. Мы открыли человечеству космос, изобрели радио и телевидение, испытали атомную бомбу. Сегодня чистой наукой занимаются только энтузиасты, потому что денег она не приносит. Единственный способ выжить ученому – работать на корпорации или уезжать за границу. В СССР образование мог получить каждый способный молодой человек. Зарплаты профессоров и учителей давали возможность педагогам сконцентрироваться на обучении поколения, а не на поиске дополнительного заработка. Сегодня Болонская система, ЕГЭ, коррупция в ректорате и низкие зарплаты преподавателей практически уничтожили качественное образование. И это далеко не все. Бесплатные квартиры, отдых в санаториях и на курортах для всех, лагеря для детей, хорошие пенсии, на которые можно достойно жить, нормальные цены в магазинах. А сейчас поборы на капремонт, платоны транспортные налоги, акцизы на бензин, отмена индексации пенсий, резкий рост цен на продукты и кадастровой стоимости дачных участков. Хватит это терпеть. КПРФ борется за лучшее будущее для России. Мы предлагаем социальные законопроекты, которые сделаны для людей, а не для чиновников. Бесплатная качественная медицина, увеличение пенсий, отмена ЕГЭ и Болонской системы. Мы выступаем за честную высокую зарплату для трудящихся людей всех профессий, за достойную жизнь пенсионеров и за безбедное будущее наших детей. КПРФ представляет 10 шагов к достойной жизни, выраженных в 10 тезисах Зюганова. Созидать, а не растаскивать. Строить, а не воровать. Бесплатно и качественно лечить, учить, а не натаскивать и обдирать. Достойно трудиться и зарабатывать, а не корячиться на олигархов, жуликов и ростовщиков. Поддержи КПРФ. Мы правы. Мы сможем.